Привет, зритель! Сейчас тебя ждут пустые баночки февраля. А другие два таких тематических ролика в конце месяца, каждый раз, когда я их пишу, они будут завтра. У меня не то чтобы закончилось, но сегодня у нас еще не конец февраля, сегодня 24 февраля, хотя в феврале внезапно 28 дней, обалдеть. На 3 дня практически меньше, чем в обычных месяцах бывает, ну или на 2 дня. У меня оно практически закончилось. Это со мной поделилась одна подписчица своей коллекции. Это Ирис Нуар, Секрет де Санс, снят уже и Фроше. Мой любимый Ирис Нуар. От того, что он уже такой древний, и срок у него, конечно, давно закончился, он слегка посветлел, но аромат у него тот же. Вообще там есть коробочка от него. И я последние дни его что-то так на себя вливаю. А тут совсем чуть-чуть. А сегодня 24-е, а до конца февраля еще 4 дня. И я поняла, что если я сегодня запишу или завтра пустые баночки, а он у меня вдруг закончится где-нибудь в конце февраля, вот совсем, оставлять его на март как-то не то не сё. Поэтому пусть он будет пустой баночкой, хоть еще и не до конца. Очень классный аромат, я его люблю. На зиму он самое то, открывается он на мне иногда, как унисексовый аромат, можно летом прыснуться или помазаться и под душу пойти, и потом вот совсем унисексовый аромат. А можно просто душ принять после того, как прыснулся, даже перед этим душ принять, потом прыснуться, потом пойти под душ и ощутить совсем другой аромат. Вот в этой пакетике от конфеток, которые мне подарили на Новый год, друзья, будут вот эти все пустые баночки. Я тут разбиралась и нашла маску, которая давно должна была быть в пустых баночках, но что-то не случилось. Мне ее когда-то дарила одна подписчица. Она дофига просроченная, аж до апреля 2018 года. Тут что-то вроде как еще есть, но я не рискую ее открыть. Хотя, слушай, может попробуем. Вдруг сейчас оттуда что-нибудь вылезет. Короче, там что-то есть. Это вообще мне такие маски очень нравились, я не знаю, почему я про нее забыла, не доделала до конца. Серия «Улетай» маска освежающая с каолиновой, с ментолом, защита от угрей, от Green Mama 100 мл, 6 месяцев после вскрытия, Green Mama дает там год с лишним где-то еще или типа полгода, ну сколько-то месяцев с запасом, но она до апреля 2018 года, потом 19, 20, 21. В общем, в апреле бы этого года она была бы просрочена на 3 года. Я решила, что раз уж я ее нашла, и она почему-то не была в пустых баночках, отправить ее в пустую баночку. Вообще, такие маски мне очень нравятся. Есть просто вот каолиновая, а есть с ментолом. И вот, если жарко, летом нанес, и кожа хорошо, и свежо, и тебе нормально. Так, спасибо дарителям. У меня закончилось, там буквально капля осталась, может как-то это можно ее извлечь. 48 рублей стоило, в аптеке брала. Натуральное масло, эфирное масло, сладкий апельсин. Я что-то была уверена, что это мандарин. Но нет, это сладкий апельсин. И последнее время я его юзала, чтобы покапать парой капелек на кончик